В этом видео я назову тебе три самых надежных компании, которые я проверяю буквально еженедельно, даже по несколько раз в неделю, выводя собственную прибыль. Это компании, которые работают в общей сложности более 60 лет на территории России. Да, они зарубежные, да, они зарегистрированы в офшоре. Но поверьте мне, то, что сегодня не в офшоре, то считайте уже своровано под предлогом западных санкций. Поэтому уделите особенное внимание этому ролику, он будет небольшой, но конкретный. Давайте начнем с того, почему я вообще собираю рейтинг брокеров. Сегодня занимаются этим огромное количество интернет-ресурсов и разнообразного рода блогеров. Поэтому, казалось бы, можно просто взять эту информацию оттуда и воспользоваться ей вот как есть. На практике очень часто оказывается, что чем более мошенническая компания, тем больше денег она готова платить подобным персонажам для того, чтобы они разместили эту компанию на первое место. Буквально за прошлый месяц ко мне было уже два обращения с предложениями заплатить до 4000 долларов просто за размещение на первом месте. В итоге эти компании, разумеется, никуда не попадают, и в будущем их место только в черном списке. Да, мы сотрудничаем с брокерами, но сотрудничаем только с теми, кто действительно являются брокерами. Брокеры, которые представлены в моем рейтинге, повторюсь, работают десятки лет, имеют миллионную аудиторию у каждого. Объем капитала в подобных компаниях очень часто составляет много больше, чем бюджет какой-нибудь небольшой мизерной страны. Ровно по этой причине в моем рейтинге вы редко можете найти более 4 компаний. Хотя сегодня их существует несколько сотен, 99% из них это равноценный обман. Это компании, не имеющие никакого капитала, никакого количества трейдеров, им не с кем скрещивать ваши сделки, все, что у вас есть, это просто нарисованный баланс на экране вашего терминала. И, соответственно, как только и скорее, если вы что-то сможете заработать, вот тогда начнутся проблемы. Поэтому не рискуйте, выбирайте компании только из моего рейтинга. И теперь несколько, буквально две очень важные вещи. Разумеется, что эти компании отобраны прежде всего моим 12-летним опытом. Здесь я уверен наверняка, что это реальные серьезные компании, которые действительно занимаются тем, что предоставляют услуги трейдерам. Каждую неделю по несколько раз каждая из компаний рейтинга проверяется на быстроту вывода и ввода средств на любые доступные кошельки или карты. Если вдруг у брокера появляются с этим проблемы, то он либо понижается в рейтинге, либо удаляется из него навсегда. Мы видим, какое количество наших клиентов, наших подписчиков переходят по ссылкам, регистрируются у брокеров. Мы видим, какие из этих брокеров вы больше выбираете, на какие вы большие суммы заносите, где вам более комфортно, более удобно торговать. Поэтому, когда вы наблюдаете за рейтингом Антона Рожновского, очень важно понимать, тот брокер, которого выбирают большее количество моих читателей, подписчиков, клиентов, тот и растет в этом самом рейтинге. И лучший способ определить, какая из компаний лучше всего подходит, разумеется, тот, который мною используют. Ежемесячно я просто смотрю, какое количество людей чаще и больше и на более крупные суммы торгуют у того или иного брокера. Поэтому помните о том, что если брокер занимал первое место в прошлом месяце, а сегодня он занимает последнее, это абсолютно не значит, что брокер плохой или что-то пошло не так. Если что-то идет не так, он просто удаляется, как это было с NBP и FIX, хотя там банально просто слухи. Для меня не имеет смысла удержать компанию, которая представляет какую-то угрозу для вас. Но зачем, когда есть уже надежные и проверенные десятилетия? Разумеется, в этом видео я могу вам рассказать еще о том, что если вы регистрируетесь у наших брокеров-партнеров, вы получаете 30-дневный бесплатный тест любого моего торгового робота, индикатор на сайте Рожновский.ру, прочие подобные плюшки. На самом деле, на мой взгляд, и поверьте мне, лучше к этому прислушаться. Самое главное, выгода любого трейдера, который регистрируется через мой рейтинг, это то, что брокер знает, что вы пришли от меня. Если страдают мои клиенты, мои рефералы, мои партнеры, разумеется, от этого страдаю я. Если страдаю я, вы знаете, как уже несколько лет страдают Альпари и Амаркет, как самые говняные, мразотные, скамные, отвратительные компашки, в которые я никому не рекомендую торговать. Эти уроды воруют ваши деньги. И вот так происходит абсолютно с каждым брокером, который хоть кого-нибудь кинет на деньги. Думаю, теперь вы понимаете главное преимущество тех людей, которые зарегистрировались по ссылкам через мой рейтинг брокеров. Ищите его, кстати говоря, в описании этого видеоролика. Эти люди уверены в том, что финансовым компаниям нет никакого смысла ссориться с блогером, который давно уже входит в топ-10 в сфере трейдинга на Форекс. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал, регистрируйтесь только у проверенных мной брокеров. Ну и пишите свои комментарии, может быть, мне имеет смысл проверить еще какую-либо компанию.